Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вопрос звучит так: как научиться выстраивать свои границы и как найти себя? Ну, а выстраивание границ – это все же наличие определенных правил в отношении себя и в отношении других людей. Границы это, как следует из слова, это отделение себя от другого человека. То есть, о чем здесь идет речь? Да, что такое отделение? Это разграничение ответственности. Это, ну, вот, отделение, скажем так, да, своих желаний и нежеланий от желаний и нежеланий другого человека. То есть, как бы, вот, где моя ответственность, да? А где ответственность вот у кого-то другого? Например, ну, там, вашей мамы или вашего папы или вашего любимого человека и так далее. Да? То есть это вот граница. Это разграничение ответственности. Вот. Ну, можно, по крайней мере, да, вот. С такой стороны подойти. Вот это иерархическая история. То есть, ну, иерархия в смысле, вот где я, да, где ты, как бы. Вот. То есть это история про ограничения. Опять же, вот. Допустим, на что имею право я, да, ну, вот, и на что имеешь право ты, да, как бы на что, какие есть права у меня, какие есть права у тебя, то есть это вот, ну, история про иерархию, в какой-то степени тоже, вот, дальше. Если мы говорим про то, чтобы найти себя, то опять же, ну, важно понять, что вы подразумеваете под этим. То есть, что вы подразумеваете под тем, ну, под тем, чтобы найти себя. Если вы подразумеваете под этим, например, там, допустим, не знаю, быть удобной, например, для всех, да, или найти себя, это в смысле вот, чтобы вас все любили, уважали, ценили, то, ну, к сожалению, я должен сказать, что вот в таком контексте, да, и вот в таком разрезе это не поиск себя, это скорее такой вот, получается, как бы действие обратно. Да? Действие обратно нахождению себя. Вот. То есть, как бы, вот этот момент нужно обязательно учитывать. Потому что вы преследуете цель раствориться в другом человеке. Вот. Это далеко не лучшее решение с точки зрения психологии. Вот. Найти себя, по моему мнению, найти себя.
значит, обнаружить некоторые свои чувства. Некоторые свои желания, некоторые свои потребности. Вот. И позволять им быть, то есть размещать их в контакте с другим человеком. Да? То есть признавать свои какие-то стороны, признавать какие-то свои, пускай и может быть несколько специфические элементы, какие-то. Ну, какие-то. Так как бы. Вот. Понимаете? Вот это то, что мне кажется достаточно важно. Вот. Это вот то, что можно вот назвать, ну, как бы, нахождением себя. Вот. Но можно это сделать, как я надеюсь, вы понимаете, наиболее адекватно. Только на консультации с психологом, вот. И самостоятельно вас это сделать, скорее всего, не получится, потому что вы можете не замечать в себе тех аспектов, которые были бы более очевидно ну, со стороны вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Хочу лишь вот только, наверное, напомнить, да, что обратная связь нужна в первую очередь вам для того, чтобы сформулировать основные направления для психотерапии. Вот. Поэтому отнеситесь к этому по возможности ответственно, достаточно ответственно отнеситесь к этому по возможности. Вот, и не, как бы, не обесценивать это очень важно. Удачи вам.